Приветствую вас, друзья! Ранее на своем канале я уже неоднократно вам рассказывал про такой проект, как SmartKey, который стоит в авангарде развития технологий блокчейна вещей и является, на мой взгляд, одним из самых перспективных блокчейн-проектов 2021 года. И в моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о нескольких важных новостях, которые произошли у SmartKey за последнее время. Во-первых, у SmartKey, помимо имеющихся ранее крупных партнеров в лице Chainlink, Tiltonic и Orange, появился еще один интересный партнер. Это польская компания Medicals. Medicals занимается размещением в различных европейских городах так называемых мобильных медицинских модулей, своего рода миниатюрных больниц размером всего в пару квадратных метров, каждая из которых оснащена необходимым оборудованием для обследования. И любой желающий человек может посетить такой медицинский модуль, в котором имеется дистанционная связь с врачом, и обследовать свое здоровье, не контактируя при этом с другими людьми, что особенно актуально в эпоху пандемии. И собственно SmartKey в партнерстве с Medicals занимается как раз таки предоставлением доступа к таким медицинским боксам. То есть человеку, чтобы попасть на обследование в модуль от Medicals, нужно всего лишь найти ближайший такой на карте в мобильном приложении Medicals, отсканировать QR-код и оплатить покупку токенами SKEY, после чего двери сразу же откроются до завершения обследования. А все благодаря инновационной системе умных NFT-ключей, которые разрабатывает команда SmartKey. И недавно, кстати, у них вышла обновленная White Paper, в которой более подробно раскрываются детали работы умных NFT, а также более точно раскрывается токеномика SmartKey. Оказывается, помимо торгуемых сейчас на биржах токенов SKEY, в экосистеме SmartKey будет использоваться еще и так называемые SKEY-USD. Это стейблкоины, за которые можно будет оплачивать создание умных NFT различными поставщиками услуг, основанных на блокчейне вещей. Причем сами токены SKEY-USD можно будет получить единственным способом. Это путем автоматического обмена их за токены SKEY, которые можно будет купить на биржах. И при таком обмене токены SKEY будут блокироваться, выходя из оборота и повышая ценность оставшихся токенов. А стейблкоины SKEY-USD будут сгорать после оплаты генерации NFT-ключа. Возможно, схема кажется довольно сложной, но по факту поставщикам услуг будет гораздо удобнее работать именно со стейблкоинами, чем с волатильными токенами SKEY. Да и к тому же постоянная блокировка и сжигание токенов будет постоянно повышать их цену. Новые же токены SKEY никогда не будут допечатываться, разве что будут постепенно разблокироваться из специального фонда, средства которого будут направлены на внедрение технологии SmartKey в мировую экономику. Поэтому, как я и говорил в своих прошлых видео, токены SKEY являются одними из самых перспективных вариантов для инвестирования на ближайшее время, учитывая инновационные решения и количество крутых партнеров у проекта SmartKey. Однако, разумеется, это только мое мнение, вы же должны обязательно провести собственное исследование перед тем, как совершать любые инвестиции, которые всегда имеют определенные риски оказаться неудачными. Более же подробную информацию о проекте SmartKey, его партнерах и токене SKEY вы сможете найти на официальном сайте по ссылкам в описании под этим видео. И на этом у меня, друзья, все, удачи вам, профита, пока-пока.